Всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру Far Cry 4. Ну что ж, предыдущую серию мы освободили еще одну крепость, которую управляла Нур, а именно крепость Бахадур. Также мы выполняли там некоторые дополнительные задания и по мелочи. И мы уже начали выполнять задание Амиты. Там ее вот. Но у меня компьютер начал резко уже зависать, что дала нам приказ такой, ну, что вот дальше продолжать снимать серию уже нельзя, нужно заканчивать. И мы закончили серию посредине миссии. Так что сейчас первое, что мы сейчас делаем, это начнем выполнение задания от Эмиты, которое находится выше. Ну ладно. Перед тем, как мы к ней подойдем, давайте продадим вещи. Да-да. Быстро распродажа. Пополнить боеприпасы. Оружие. Лук. Поменяем вот это вот. Вот сюда вот. И все. Кстати, с боеприпасами. Да, разрывные стрелы, все нормально. Все, пошли отсюда. Нужно поговорить с Амитой. Помню, я вот в предыдущей серии не знал, как сюда забраться, а оказывается, все очень легко вот. Не суйся на арену! Пошел вон! Попробуй горшки лепить. Как раз. Здесь нам не пройти, но можно. Там, видишь? Амита. Для меня есть работа? Есть. Мы смогли освободить людей на юге, но до севера нам не добраться из-за Королевского моста. Пора сразиться с Пейганом Мином на его земле и освободить север. Так, мост защищен. Ворота сделаны из взрывостойкого бетона. Тут даже С4 не поможет, не говоря об остальном. Атаковать в лоб у нас не получится. Так что будем делать? У меня есть план. В колонне есть грузовик с химикатами. Твоя задача — захватить грузовик, подогнать вплотную к воротам и взорвать их. Если пробьемся на север, ты будешь на шаг ближе к Юме. Так, ладно. Нам нужно, короче, захватить мост. И, как я понимаю, мост до вот этот. Единственный проход на север, на северную часть страны, так как здесь горы белые, белоснежные, большие горы, здесь тоже горы. Единственная дорога — вот этот мост, который охраняется. Вот такая вот, такое вот задание нам дали. Ну ладно, как нам сказали, тут его захватить, этот мост, будет проблемой, так что нам нужно захватить для начала грузовик с химикатами. Так что давайте этим и займемся. Появляемся вот здесь, в больнице этой. И оттуда уже идем к направлению колонны. Спасибо тебе. Все, я пошел. Так, ладно. Все, побежали. Так, пешочком дойдем. Вот там вот машины есть. Ой! Че ты на дорогу не смотришь, что ли? Ладно, вот нам дали машинку. Воу, вы мне как раз и нужны. Так, изготовление сколько нам понадобится? Нам нужны яки. Нам нужно 3 яка. Вот второй. Все. Вот так вот. Так, дальше.
Едем туда, назад. Ой, еще один. Ой, ой. Волки. Ладно, они не такую уж большую проблему нам не сделали. Так, второй як. Что е? Я. Так, иди-то здесь вот был. Вот он. О! Извини, волчонок. Извините, Гринпис. Но меня это... Он меня убил бы. Да, вы знаете, что я в серии как-то без этого, без убийства обходился. Ну, извините. Так, ладно, шкура с приманками готова. Теперь нам нужно 5 медвежьих шкур. Все, пошли. Готово. Тоже. Я убью тебя! Ты труп! Знаете, чё вы такие вот нехорошие люди? Так, машинка с пулеметом нам сейчас пригодится. Поехали. Направление засады. Так, давайте сохранимся. Чтоб нам эти не потерялись. Так вот, давайте. Маленечко осталось. Все, мы доехали. Все, прикрываем Амина, дорогу. Я на месте. Я готов. Аджай, рада тебя слышать. Я уже начала волноваться. Колонна должна прийти с юго-запада. Колонна приедет, а вот с той стороны. Вот. Для того, чтобы она не проехала мимо нас, мы должны перекрыть дорогу вот таким способом. Появится в любой момент. Удачи. Все, давайте берем лук. Ну а ты еще тут вали отсюда, пока нас не застрелил. Так, все, лечимся. Все, вот на это. Так, разрывные стрелы. Для того, чтобы снять первую машинку. Давай, подъезжай. Нахрен. Все, готово. Все, готово. Но давай, либо сдашься, либо убежишь, либо умрешь. У тебя других вариантов нету. Вы захотели, чтобы погибли. Ну да ладно, я не против. Пули у меня есть. А мне это все готово, я еду к воротам. Аджай, долгие годы мы не были так близки к северу. Спасибо тебе. Удачи и постарайся не погибнуть. Прошу тебя. Хорошо, я и погиб. Так, ладно. Все, давайте. Нужно добраться до этого моста. В кратчайший срок, пока они нет. Пока они не заявили о пропаже и уничтожении одного конвоя. Ну и музыка играет. Газуй. На пролом нахрен. Проезжаем. Вот так. Давай, не останавливаемся. Главное, не останавливаемся. Ой, миномет нахрен играет. Так. Тормози. Нужно объехать. Крутой поворот был.
Так. Проезжай. Не останавливаемся. На нахуй. Ну, давай, давай. Ой, ни хрена не вижу. Так, все. Мы на финиш не прямой. Давай, давай, газуй. Ну, давай. Все, готово. Пересреди. Ну что, что ворота с помощью бензовоза. Давай, поворачивай. Ага. По бензовозе вашу. Все, давайте. Ну. Все, в укрытие. Ну. Все, нахрен. Захватите, нахрен. В другую сторону. Так, давайте приближаемся. Ну. И вы готовы за него умереть, что ли? Какие хорошие люди. За руководство свое. Ну да ладно. Я нахрен вас начал всех тут перебью. Кто будет бунт устраивать? На нахрен порошу. На нахрен. Так, полетись. Все, готово. Они, наверное, явно этого не ожидали. Так, где следующие? Так, на втором этаже, да? Все, готово. Блин. Так, ладно. Амита, я захватил мост. Включаю тебя. Потрясающе, Аджай. Так, подожди. С севера идут враги. Гвардия короля. Лучшие бойцы Бейгана. Отрази атаку. Не дай им снова отбить мост. Окей. Передайте в радиосообщение сообщение Кирац. Так, давайте. Не, на втором тоже, да? Аджай Гейл, герой Золотого Пути, захватил мост, отделявший нас от наших братьев на севере. Этот день войдет в историю нашей страны. Мы нанесли удар по тирании Бейгана Мина. Всем отрядам мост надо защитить. Ты еще один. Ой, какие люди едут. Так, полечись лучше. Да умри ты уже. Ой, ой. Блин. Ладно. Согласен. Я немножко вступил. Ну ничего, сейчас мне будет... Не успел я нахрен лук использовать. Так, ладно. Давайте еще раз попробуем захватить. Так, на лук. Нужно поставить гранатную стрелу. Все, ты готовый.
Так, сделаем. Вот так. Ой, ни хрена себе. Ой-ой-ой. Внутрь, внутрь, быстрей. Так, ладно. Еще полечим, полечимся. Мы как бы здесь не были. Лечением с этим. Бессмертный. Все, готово. Блин, они реально крутые. Хорошо, убиваю, стреляют. Готово. Готово. Так, это же наш. Ой. Так, давайте наверх. Все, убили. Так, нам делать еще. Готово. Взято. Где еще? Все, ты тоже уже погиб. Все, осталось только это убрать. Так, присели. На нахрен. Все. Так, поэтому патроны. Осторожно! Аджай! Бойцы сопротивления идут к мосту. Ступай туда! Ты нанес могучий удар во имя свободы. Так, доберитесь до повстанцев. О, сколько людей. О, здорово. От имени Золотого Пути и Справедливой Амиты. Слава Золотому Пути! Ты проложил путь к свободе. Этот путь проляжет над могилой Пейгана Мина. Ключ к северу. Все, готово. Мы захватили это место. Меню навыков тебе доступен навык и некоторых концентраций. Чё, правда? Так, ладно, посмотрим. А где он? Отличная физподготовка. Давайте вот это вот изучим. Мне сейчас вот эти вот важнее будут. Так, нужно еще один навык изучить, правильно? Кстати, вот там находится какая-то эта, да? Дневник лежит. Так, где только? На втором этаже, кажется, да? Или здесь нету? Все, нашли мы его. Так, посмотрим. Коллекция. Дневник. Маг. 1988 год. Я проигрываю войну за мою страну и мою возлюбленную. Мы с Ишвари постоянно ссоримся. По каждому пустяку. Мне стало невыносимо возвращаться домой. Я бы предпочел укус пули ее постоянному презрению. Она злится, что я не пускаю ее в бой. Она говорит, что я не даю ей переносить пользу. Я собираюсь отправить ее в королевский дворец, прямо в логово тигра. Пусть сама увидит, что Мин сделал с Киратом. Может, тогда она не будет судить меня так строго. Мохан Гейл. Так, ладно. Что делаем дальше? Ну, Амита уже на уже там уже на другой стороне, уже в севере. Мост же контролируется женами. Вот здесь также там вот на северный уже переправился Хьорк. Также же доступно задание Йоги и Реджи. И где-то должен быть еще Лонгин. Где Лонгин? Хочу спросить я.
Так, давайте вот что сделаем. Поставим вот так вот и уберем пока все нахрен. Аванпосты, все эти крепости, арены. Хочу посмотреть, где находится Лонгин в данный момент. Сказали же, что задания Лонгина доступны. А где доступны? Пока я его и нахрен не вижу. Вот Йоги и Реджи вижу. Хёрка вижу. Амиту вижу. Даже ферма Яков и то вижу. Ну ладно, скорее всего она потом... Он потом появится. Так, ладно. С навыками у нас. Все, отлично, физподготовка готова. Изучаем. Да, ок. Все. Теперь у нас 5 ячеек. Так, ладно. Давайте поговорим вот с этими двумя вот. С Йоги и Реджи. Они, наверное, опять хотят тут со мной косячок скурить. Или что они там еще так со мной хотят сделать. Или у них что-то реальное. Реальная проблема. Кстати, у нас с патронами как... С патронами у нас не все хорошо. Не все хорошо. Нужно их пополнить. Перед тем, как мы с этими будем говорить. Так, где наш? Вот он, магазин наш. Продадим наши товары. Пополним боеприпасы. Все, пошли отсюда. Так, ладно. Все, пошли отсюда. А, что на этот раз вам нужно требуется? А, впустите меня, пожалуйста. Почему вы нахрен меня не можете меня впустить? Ну, откройте, пожалуйста, меня. Что-то они не хотят меня пускать. Может, это глюк? Может, мне нужно только перезапустить, чтобы начать миссию от этих наркоманов? Или они где-то там нужны? Я же вас слышу. Так, давайте попробуем лучше начать задание заново. Подыхай! Йоги! Выдыхай! Отойди, Джей, сам справлюсь! Что вы на этот раз придумали? Блин! Наркоманы. Получилось! Но я тебя откачал, что скажешь? Ну это... Теперь ты давай! Я? Не-не-не-не-не! А Джей! А, да, точно! Не парься, Аджай, у меня хорошее предчувствие. Да, мы называем его Кальян. А мир полон радужных картин. Я об этом пожалею, да? Да, пожалеем. Снова будешь в меня шприцом тыкать. Блин, а ты злопамятный. Если что, откачаем, чувак.
Да, я служил красным инженером, а в помощи голова после того стрельба. Нас опять нахрен на это вались. Мы опять нахрен сейчас будем наркоманами. Говорили же, не общайся с наркоманами, не общайся, нет. Мы будем с этими тусить. Как херово-то. Эх, как херово-то. Опять мы в какой-то пещере. Эй, давай, как голова так как болит. Все в таких красных тонах. И мы где-то находимся, где-то северной территории. Че, вы предлагаете мне нахрен поплавать? О, колокол. Машинка. Блин, что за мусорка? Давай, давай. У нас кислород закончился, если бы не это. Ой, еще статуя. Ну, отплыви быстрее. О, спасибо хотя бы. Ну? Это что еще за человечек? Так, там поплыли дальше. Вот, тупик-тупик. Так, ладно. Все, поплыли дальше. Но, не так. Ой. Куда мы нахрен попали? В какую нахрен пещеру? Какую опять жопу мира нас так занесло? Куда дальше-то нахрен? Куда плыть дальше? Я, блин, заблудился. Нет, не туда нахрен. Но... Я нахрен тупо заблудился. Нужен воздух. Быстрее, мы же задыхаемся уже. Где нахрен вас нашли? Нет, не нашли. Ай! Что за черт? Ох, мы выплыли. Мы чуть не утонули нахрен. А, ладно, давайте. Мы нахрен чуть не утонули. Вау. Где мы нахрен находимся? Расскажите мне, пожалуйста. Какое-то затопленное место какое-то. Так, вот это, присоединимся, посмотрим. Сплаваем. Не, здесь их руин затопленных нет, тут только пару зданий только затоплено. А другого что мы ничего не видим. Так, ладно, поплыли дальше. Ой, как большая, какая большая голова. Это что еще такое было? Чего нахрен? Ни хрена себе наркотики какие. Сильные. Брат наш, Шинаяш. Он пришел издалека, ему нужны. Ни хрена себе. У вас ни хрена нету ответов. Вы только колите, наркоманники. О. Ни хрена себе. Путешествие. Ой-ой-ой. Ни хрена себе голову. Куда мы нахрен попали?
Во. Все хорошо. Ой. Блин, статуи нахрен. Куда нахрен? Все понятно. В домик. Ой. Убил бы нахрен. Если я бы не остановился. Все. Перестрижи. Не нахрен. Ни хрена себе. Наркотики это плохо. Это вообще нехорошо. А то вот кидают нахрен тут всякие эти. Кстати, вот здесь на крепость Юмы. Вот здесь вот. Недалеко. И сразу за горой вот сзади вот. Наш домик. Недалеко. Не, не, близко находится, вообще-то. Ну да ладно. Вот у нас есть вышка. Давайте в новых землях ее освободим. Как бы и будет это. И эта вышка будет самая первая. Что мы нахрен здесь освободили? О, люди, враги. На нахрен. Это была королевская гвардия, да? Да, это те, которые мне это с моста попытались контратаковать. Эй, надо поговорить. Чё там? Все, не жесть, что. Здесь машинки другие. Так, а вы кто? Вы друг, да? Ладно, допустим. О! Я тебя вижу! Да, все уж. Защитил нахрен человека. Так, ладно. Побежали отсюда. Кто нахрен? Побежали лучше отсюда, пока нахрен. Это зверек нахрен нас нахрен не убрал. Как проблему своего существования. Так, ладно, все, мы прибежали. Так, там враг там есть. Вышка охраняется или нет? Да, охраняется. Вот человек, к примеру, патрулирует вокруг. У него машина сломалась. Первый, второй. О, спустился еще. На нахрен. Дымовые они еще будут кидать. Оборзели. Да что ты тут нахрен делаешь? Иди отсюда. Ну а ты люди уже по уже посерьезнее будут. И вооружены уже будут нам получим. Это то же самое, что в третьей части наемники Хойта. Только здесь уже по-другому называется. Королевская гвардия охраняет север. Ладно. Давайте нахрен подначнем. Начнем мы вот. Вот с этого. Так, что дальше? Так, ладно, вот следующее. Чё за... Чего мы нахрен так упали?
Да, мы что-то как-то не сумели это сделать с первого раза. Делаем со второго. Так, сюда вот. Потом сюда. И вот сюда, сюда. Все. Вот так вот, теперь все нормально. Вы нужны Тирану как никогда. Золотой путь. Эпидемия, которой ты не болен, весь Тиранат. Пэган Мин собственной персоной убеждает вас вступить в армию короля. Да твою мать! Хорошо, что они на самый низ, это убили бы. Да и 5 этих полосок жизни нам помогли выжить. Так, ладно, давайте. Еще раз попробуем. Так, первый это. Да чё ты нахрен? Не сумел схватиться-то нахрен. Как-то вышка какая-то сложная. Или я так по ней хожу, прыгаю. Ну ничего, сейчас сделаем. Чё это надо? Ни хрена? Ну ладно. Пошли по второму разу. Все, ты готов. Готово. Ты тоже. Так, все, здесь все сделали. Ну, давай, давай, залезай. Так, эти коробки мы уже разбивали. Но. Ну а давай, что там? Вот так, кстати, вот это тоже нужно убрать. Вот так вот. Все, теперь нужно туда вот добраться, да? Вот так вот, все нормально. Пока все идет там хорошо. Все, готово. О, как она нахрен наклоняется. Так, давайте ящик еще заберем. Пригодится. А че вам нахрен здоровье теряем? Я ни хрена не понимаю, чего? От ветра что ли? Или от высоты? Так, ладно. Переправляем нахрен сигнал. Выключаем это. Пэган FM. Так, все. Бесплатный магазин, теперь вот эта винтовка американская. Ой, давайте быстрее карту посмотрим, куда нахрен теперь двигаемся. Все. Эту территорию мы нахрен нашли, все сделали.
Теперь думаем, что делаем дальше. Так, какие у нас варианты есть? Ну, можно поговорить с Амитой, можно поговорить с Чёрком, а можно продолжить освобождать вышки. Вот кому как нравится. Давайте ли перед тем, как мы вот здесь все вот, ну, будем выполнять эти задания, нахрен должны открыть карту, что где находится. Правильно? Так что давайте, значит, для начала освободимся этим радиовышки. Вон вторая из них. Все, полетели. Так, осторожно. Все, порошку чутик. Видите, что ли? Так, ладно. Все, тебе тоже увидел. Ай-яй-яй, блин, точно супер оказывается. Ну да ладно. А где мы сейчас появимся? Интересные. Ну, давай загружай. Ну. Да здесь же где-то. Все, побежали. Нужно освободить радиовышки эти. Так, все, вторая. Полетели. Все, уж раскрываем парашют уже. Все, вон машина у нас. Все, готово. Кокнули мы их. Во. Все, валим отсюда. Быстро, 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 валим. Так, стоп, тормозим. Где-то здесь находится эта маска. Так, все нормально. Где еще? Блин, я их не вижу. А, все, нашел вон они. Так, это свиньи, не то. Все, нашли. Ай, блин, долго целился. Долго слишком целился в них. Блин, местные солдаты вообще какие-то какие-то это плохие. Блин, убивают они очень сильно. Ой, что за вист, однако. Так, ладно, давайте еще раз попробуем туда добраться. Вторая попытка. Так, все. Блин. Ой, блин, дерево нахрен. Не, больше так не, делать не будем. Сейчас нахрен садимся в машинку и едем. На машинке. Так как вот воздухом ты не то. Все, где наша машинка? Квадроцикл хотя бы. Но. Все, давайте. Метка есть, есть. Все, поехали.
А чё тормозишь-то? Ай-яй-яй! Ты сам едешь, кстати. Так, а, поехали, немножечко отвисло. Ой! Ага. Скинул наш. Ой. Осторожно. Так, все, тормозим. И сейчас мы нахрен их перебьем, да? Давайте. Ага. Какие уж такие? Те еще. Дурачки. Так, ладно, все, входим где-то. Где-то здесь должна быть маска. А вот и она. Милый дом, все, что в, ну, все, в чем нуждаемся, Юнг подает вам. Нам. Юнг питает нас. И все, что нужно мне, посылает он во время благоприятное. Козел. Все. Так, вот еще ящик. Все, побежали. Так, давайте, где наш вот? Вот он. Все, давайте поехали дальше. Проезжаем мимо этих. Кстати, а почему нахрен нет? О, все включилось. Просто мы его не видели. Вижу Гейла! Ударяю! Гейл тут! Не мешаем вообще. Так, поехали. Ну, давай, едем, едем. Быстро. Че, вы думаете, что этой дороги будет быстрее, что ли? Я думаю, что лучше будет, быстрее будет вот так вот. Там в речку будет. Так, все. Едем этим курсом. Так, дальше. Святилище Киры. Ну, как нахрен открыть нахрен? Все, крутанули, поехали дальше. Так, вон она, вроде вышла. Ого, яйки. Тут бродит, но нам они не нужны. О. Не, поехали, поехали. Нам они ни к чему. Первый, второй. И ты. Все, призреди. Так, снимаемся. Перезарядим. Заберем болтики и побежали дальше уже пешочком. Так как я думаю, что нам на машинке не дадут заехать. О, о, люди, где люди?
Пока я людей не вижу. Вижу Гейла! О! Присели. Убей! Убей их! На-на! Всё, нужно полечиться. Так, где вы там? Все готово. Так, где еще? Твой труп никогда не найдут. Ага. Ты почему так ты в этом уверен, если твоя голова сейчас отсутствует? Она у тебя тупой нету. Она на полу валяется. Или то, что я от нее осталось. Так, ладно, памятника запрещенная лекарство. Мне донесли, что на местные рудники доставляют лекарства от рудничной болезни. Раньше его проносили под видом женевого тоника, но теперь могут сменить ярлык. Один из заключенных признал, что скорее всего распространением занимается шпион, который выдает себя за пекаря. Обо всем подозрительном, что заметите, немедленно сообщайте своему начальнику, лейтенант Суриш Махадан. Так, ладно, допустим. Кстати, где сразу? Скажите мне. Где находится плакат этот? Плакат находится вот с этой стороны. Ой, нужно быстрее. Да ты еще тут нахрен, уйди, сука. Ой, тебе вещи не хватало. Потом разберемся. Все, давайте. Здесь нас уже не достанут хотя бы. Да-да-да. Чего нахрен? Я думал, ты сюда не залезешь. А ты, оказывается, еще можешь. Ладно, допустим. Что ты сумел? Так, вот, кстати, показывает. В виде огнеметчика. Что он как бы защищает нахрен. Кого нахрен защищает? Меня он лично не защищает. Меня он хотел убить. Они хотят меня убить. Так, ладно, вышел. Так, ладно, вот еще выше можно. Вот так вот. Подожди, подожди, я тебе нахрен сейчас это вырублю. Это что, почему? Да пошел ты, Бэйган же. Все, прекращай нахрен трансляцию Бэйган FM. Да? Радио ваше местное. Выключаю, она нехорошая. Пекарня Анжали. Святилище Киры. И шахта Тиндара. Тиндера. Вот. О, снежок падает. Правильно, мы на севере. Или все уже зима наступила. Не, вряд ли. Так, ладно. Давайте перезарядим нашу винтовку. Сохранимся. И ну что ж, давайте вот мы этом и закончим. В этой серии мы
сделали много чего хорошего. Освободили мост. Освободили несколько вышек, ну, карту открыли, точнее. Еще покурили с этими, с двумя наркоманами. Тоже, кстати, такое нехорошее делается. Ну и все, кажется. Ладно, давайте тогда прощаться, наше время уже вышло. В следующей серии мы закончим нахрен освобождение оставшихся 5 вышек и приступим к выполнению какого-нибудь задания. Либо Амиты, либо Хёрка. Либо девки местной, или американского америкоса. На выбор. Ну или есть вариант опять отправиться, скорее всего, в горы. В Гималайи идти. Ну это мы уже завтра будем решать. Ладно, давайте прощаться. С вами был Виктор. Всем пока.